Байпак стоял. Да, там, где мы с тобой ездили, мы там из Киева покупались, где на реке. Чернику на трассе продают. Друзья, всем привет. У нас экспедиция в коем веке. Вроде как начали уже убирать поля, обрабатывать. В общем, хотим проехаться по полям, посмотреть, какая обстановка. В общем, разведочка такая у нас сегодня. На машине, чувствую, накатаем немного километров. По времени у нас 13:28. Выбрались мы, конечно, не сильно рано, но как смогли. В общем, проедемся, посмотрим. Если будут какие-то поля интересные, походим. Смотрите, не переключайтесь. Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Вот тут я однажды попал на полицейских. Да, на 200 гривен заехал. Такой разогнался с этой горки, и они такие меня там увидели. И он аж побежал с палочкой. Да, бегают они быстро. Друзья, пока все печально, поля вот в таком вот состоянии, пшеница спелая, стоит, не убирают. Вот так вот, ездим пока, катаемся. Да? Я не в курсе, ребята. Я не в курсе, ребята. Еша нас сегодня катает. Катаемся. Поедем сейчас дальше, сейчас едем, посмотрим одно интересное поле, что там, и погоним дальше. Ребят, путешествуем, мы заехали на Око, взяли по хот-догу и по пепси. И Геша говорит, что он уже устал, мы еще даже приборы не включали. Он уже накопался. Он уже накопался, говорит. Мы даже приборы еще не включали, прокатались, поля все засажены. В общем, такое. Едем дальше. Хотим еще проверить несколько мест. Погнали, сейчас по дороге покушаем. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Вот, друзья, нашли мы поле. Сейчас будем по нему ходить. Друзья, проехали мы 245 километров и наконец-то нашли вот такое вот подискованное поле. Сейчас попробуем тут походить. В общем, посмотрим. Я думаю, что какие-то находки все-таки должны быть. Разбираемся, берем приборы, идем искать. Друзья, смотрите, барсук. Барсук тупо бежит по полю. Сейчас попробую его догнать. Смотрите, какой классный, полосатый такой. Барсучара, привет! Смотрите, погнал!
испугался. Такой прикольный. Первый раз вижу барсука живого. Офигеть просто. Иду по полю, друзья. И такой четкий сигнальчик был. Я вот присмотрелся. И, по-моему, есть первая монетка. Да. Советина. 15 копеек. 41-й, по-моему, год. Такая в окислах вообще. Что-то пока грустно по дисковке. Я вам скажу честно. Но будем ходить. Может, еще что-то попадется. Идем дальше, друзья. Смотрите. Есть находочка, друзья. Сигнал был просто бешеный. Империка-то вывалилась. Деньга, что ли. Зелененькая такая, еще и с дыркой. Кто-то ее носил на шее и потерял. Деньга года, к сожалению, не видно. Даже не помню, где тут год пишется. Сверху здесь, по-моему. Как там правильно? Вот так вот, да? В общем, берем. Берем. Идем дальше. Гешка туда вот дальше отошел. Что-то тоже там копает. Советина у меня и деньга, друзья. Пока больше ничего. Будем ходить, может что-то вылезет. Мы вообще сюда за наконечниками приехали. Тут скифы были. Но что-то пока по скифам тишина. В прошлом году здесь копали. Штук 8 наконечников нашли. Немного, но попадались, в общем. Попробуем. С блондинкой должно что-то попасться. Идем дальше искать, смотрите. Любомир пришел к нам. Мы тут топчемся с Гешей. Геша, правда, ушел уже. И у меня есть находочка, друзья. С глубины ада я ее достал. Хочешь посмотреть, что за монета? Я еще сам не смотрел. Давай вскроем вместе. Смотри, какая шайба. Сам в шоке. С глубины ада. Давай, открывай, я буду встречать. Ничего себе. Хоть монета или... Да, монетус. Может, пшикалку ты взял, да? Как обычно. У меня нету пшикалки. Я такой поисковик, короче, без пшикалки. А что делать сейчас? Давай, помоем ее. Давай, пусть это будет сестерца какой-то. Что-то она сильно большая, как для сестерца, если честно. По 20, там 50 грамм есть. Тут наконечники попадались. Сюда, собственно, за ними и приехали, но видишь. Я, по-моему, угрел еще лопатой трохи, да? Пока не... Ну что там? Да, вообще непонятно. Какашка какая-то, короче, да? Залипшая. Ну то что-то монета, да, это точно. Отмочишь в мыле, через полгода узнаешь. Короче, грусть, печаль. А не монета. Закислила ее, конечно, мрачно. Я думаю, империя какая-то. Судя по размеру, может, какие-то 2 копейки. Ладно, идем дальше. Идем искать дальше. Грустно, наконечников нету. Хочется наконечников. Ну ладно, сейчас пройдусь туда так чуть-чуть до конца поля. Посмотрю, может, еще что-то вылезет. Погнали. Theology – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Theology – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Theology вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары.
Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Виолити. Ссылки под видео в описании. Ходим, друзья, все ходим, и смотрите, какое говно мне выпало. Ленин. Ленин. Два Ленина. Донечина. Донечина. На сегодняшний день временно оккупированная территория. Значок. Блин, вот выкинул бы, даже брать не хочется, честно вам скажу. Эта сволочь столько людей положила. Не знаю, выкину в мусорку его куда-то. В болото лучше. В общем, пока у нас грусть, печаль и тишина. Несколько империй, совета и наконечников хочется, но их пока мест нету. Но будем ходить, время еще как бы есть. Походим, походим. Идем дальше, друзья. У Любомира есть две находки, за которыми мы сюда приехали. Да? А еще ты откопал танк, да? Зачем мы сюда приехали? Вот какие танки. Ух ты! Надо откапывать. Леха, канал в поисках сокровищ. Смотри, как надо танки искать. Андрюхе привет передавай. Да, танк без башни, можно сказать. Находка. И супер находка. О! Вот за этим мы сюда приехали, но это какая-то грустная печаль. Но наконечник, видишь, есть еще здесь. Есть, но мало. А еще... Может себе оставить. Наконечник? Да не, у меня штук 50 их дома есть. Спасибо, не надо. Пошли еще покопаем. Пойдем покопаем еще. Сейчас походим вот здесь. Вот может еще что-то вылезет. В общем, идем искать дальше. Пацаны к машине пошли водички попить. У меня... Находочка, друзья. Монетка. О, 2 копейки 24 года. Люблю такие советы. Их перечеканивали с империи. Классные. Классные советы. Есть, кстати, редкие. Там, где гурт гладкий, тут ребристый. Там, где гладкий гурт, они редкие. Денег стоят. А эти ничего не стоят, но монетка прикольная. Медная, 2 копейки. Берем. Идем дальше. Что-то Геша там исполняет. Разворачивается. Походим еще немножко и будем ехать домой. Закат такой красивый. Солнышко скоро будет садиться. Кукушка кукует. Закат, друзья, неимоверно красивый. Закат, друзья, неимоверно красивый. Но мы на сегодня заканчиваем наш коп. Иду к машине. Там Любомир где-то сзади меня догоняет. Будем ехать домой. Походили, покопали. Поездили, посмотрели поля, еще стоит пшеница, где-то частично убирают рапс, вот здесь вот подисковали. Заехали сюда по находкам Совета, Империя, в общем, вы все видели. Любомир нашел один наконечник, какой-то несчастный такой. В общем, мы тут копали неплохо наконечники на этом поле, но сегодня не повезло. В общем... Долго кукует кукушка. В общем, иду к машине, заканчиваем на сегодня. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии.
Напоминаю, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, следите за видео, чтобы принять участие в розыгрыше. А на сегодня все. Всем удачи, друзья. Всем пока.